Если ты не снимаешь видео с ребенком, значит ты плохая мать и вообще за ним не следишь. Да. Это мнение некоторых людей, но я с ней не снимаю видео, не хочу ее часто светить, потому что ее много кто обсуждает в интернете и много кто смотрит на нее. Также моя мама против, чтобы я часто светила Милю в интернете. Есть много людей, которые обсирают Милю, а я не хочу, чтобы они этого делали. Если бы была я мало популярной, у меня бы было всего 500 подписчиков, то я бы хоть каждую секунду снимала видео с Милей. У меня очень много видео, фоток с Милей, но я их не выставляю, потому что не хочу, чтобы на нее пялились. Я очень надеюсь, что вы меня поняли. Всех люблю.